come and garlanded to the Lord. Они пришли и предложили Господу свои гирлянды. And the Lord had taken his garland, one of his garland, and garlanded them in return. Господь же в свою очередь снимал со своей шеи одну из гирлянд и одаривал ею этого человека. My dear devotees, there was such a loving atmosphere there, and she must remember that as he went through the house of to the house of. Атмосфера, которая воцарилась там, была пропитана любовью, и вот Шривас, идя по дороге к дому Господа Чайтаньи, вспоминал эти события. Something very special. Это было нечто особенное. And at that time, he remembered the words which Gauranga had said when he was informed that Shrivas had not given him the news of the death of his son. И в этот момент слова, произнесенные Господом Чайтаньи, в тот момент, когда он узнал о гибели, о смерти, то есть о смерти сына Шриваса, вдруг всплыли в сознании Шриваса Такура и разили его как молнию. It was still dark when he arrived at the house of Chaitanya. Когда Шривас подошел к Господу Чайтаньи, солнце еще не встало. Before the house, he saw someone lying on the ground. И перед домом он увидел, что кто-то лежит на земле. Crying helplessly. Лежит и беспомощно плачет. As he came closer, he saw it was the Lord's own mother, Sachi Devi. Подойдя ближе, он понял, что это мама Господа Чайтаньи, Шачи Деви. He rushed to her and said, "Why? What is the cause of your misery?" Он подбежал к ней и спросил, что же случилось, что произошло. I am dead now. Я умерла, сказала она. Gauranga. And Sachi Devi began to cry. И Сачи Деви заплакала. He has left. Он ушел. This morning. Сегодня утром. Never to return. Он ушел навсегда. He is taking sannyas in Katva. Он собирается принять саньясу в Катве. He will never come back. In this house. В этот дом он больше никогда не вернется. All of you devotees, take this house and everything what is in there. It is yours. Все вы преданные, заберите этот дом и все, что в нем, отныне он ваш. I will end my life now. Теперь я собираюсь покончить с этой жизнью. No, said Shivas. Нет, сказал Шривас. It cannot be. Этого не может быть. You look inside. Пойди сам и посмотри в доме. You will see Vishnupriya. Ты увидишь там Вишнуприю. And by the expression of her face, you will know everything. И ты все сразу поймешь, стоит тебе увидеть ее лицо. Why? Но почему? He said he would leave our house to distribute love all over the world. Он сказал, что уйдет из нашего дома для того, чтобы распространить любовь по всему миру. And he said he would benefit all of us. Он сказал, что все мы получим благо. But I am going to die. Однако я собираюсь умереть, сказала Шачи Деви. I will also die, said Shivas. Шива сказал, я тоже умру. And he informed all the devotees of Navadvip. И всем преданным в Навадвипе он сообщил об этом. And the thought that Lord Chaitanya had left Navadvip was so devastating, my dear devotees, that all the devotees decided to walk in one big crowd and drown themselves in the Ganga. Сама эта мысль, эта новость о том, что Господь Чайтанья оставил Навадвипу, была настолько ужасной и опустошительной для всех преданных, что они приняли твердое решение собраться одной большой толпой и просто войти в Гангу и утопиться в ней. When they were on the way, когда они уже собирались сделать это, marching to their death, когда они шли по направлению к собственной смерти, they heard an unmanifested voice from the sky. Вдруг с небес раздался невидимый глаз. It was the voice of their Lord. Это был голос, принадлежащий Господу. Do not kill yourself. Не убивайте себя. We will meet again. Мы еще встретимся с вами. They talked to each other. Преданные стали переговариваться.
it's not the will of our Lord that we will die, so we better go home. Похоже, что Господь не хочет, чтобы мы умерли сегодня, поэтому нам следует разойтись по домам. But Shiva's Thakur could not stay in Navadvip. Однако Шивас Такур не мог больше оставаться в Навадвипе. Everything there reminded him of his beloved Lord. Все вокруг в этом городе напоминало ему о его возлюбленном Господе. He could simply not tolerate to be separated. Он никак не мог выдержать разлуки с ним. He went with his family to Kumarahatta, that is the place of Ishwarapuri's birth, and he built himself and his family a house over there. Собрав всю свою семью, он отправился в Кумарахату, то место, где родился Ишварапури. Там построил дом и поселился всей своей семьей. Many devotees left Navadvip. Многие преданные в то время оставили Навадвипу. But they came once a year to visit Chaitanya Mahaprabhu for a long time in Puri. Однако раз в год они приходили в Пури для того, чтобы провести очень долгое время с Господом. Mahaprabhu had taken sannyas, and this means to leave the old environment, and he had forbidden his devotees, except for a few, to stay with him in Puri, because then there would be Navadvip in Puri. Господь Чайтанья принял саньясу. Это означало, что он должен был оставить всю свою прежнюю жизнь. Поэтому он также запретил всем преданным жить вместе с ним в Пури, за исключением лишь нескольких, буквально нескольких преданных. Потому что иначе, если бы преданные все пришли к нему в Пури, то Пури превратился бы в Навадвипу. But once a year, they all came to Puri. Однако раз в год все они могли прийти в Пури. And there amazing miracles took place. И там происходили удивительные чудеса. A happy reunion. Это была встреча после долгой разлуки. And tomorrow, when you come for part three, you will hear more about it. И завтра, когда вы придете на вечернюю встречу, вы еще больше услышите об этих событиях. Now we will just sing a little. Сейчас мы немного споем. 10-15 minutes German time. 10-15 минут по-немецки. По немецкому времени. Please stay. Пожалуйста, не уходите. And as you stay, as you sing this kirtan, please meditate about the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. И во время этого киртана, пожалуйста, размышляйте о танце Чайтаньи Махапрабху. And meditate about how kind he is to his devotees. Размышляйте о доброте Господа, которую он питает к своим преданным. Especially how kind he is to Shri Vasupandita. И в особенности подумайте о доброте, которую он питает к Шри Васупандиту. Peace.
Krishna, Krishna, Hare Hare.